Петербургская телебашня – самое высокое здание в городе, более 300 метров. Именно отсюда на город идет вещание большинства телевизионных и радиоканалов. Многие думают, что именно здесь телевидение и делается, но это не так. Все самое интересное находится в телецентре. Главное здание петербургского телецентра – Чапыгина 6. Именно здесь расположены студии, операторские, монтажные и, конечно же, знаменитые длинные коридоры буквой «П», знакомые каждому, кто хоть раз побывал тут. Сейчас в телецентре базируются десятки различных телеканалов и корпунктов. Здание на Чапыгина 6 было построено в 1963 году. Оно выдержано в стиле середины 20 века и в некоторой степени диссонирует с окружающей застройкой конца 19 века. На самом деле, это не первый телецентр в нашем городе. Вот это неприметное историческое здание в Лопухинском саду и есть первый ленинградский телецентр. Именно отсюда в 1938 году в эфир вышла первая тематическая передача и был показан первый телеспектакль для немногих обладателей первых телевизоров. Чапыгина 6 стала практически именем нарицательным в конце 80-х, начале 90-х, когда ленинградское телевидение приобрело невероятную популярность среди зрителей. 600 секунд, пятое колесо, информационная программа «Факт». Первые выпуски легендарных «Итогов» и «Намедни» вышли в эфир именно отсюда. Картинка из заставки с фотографией телецентра на Чапыгина 6 знает вся страна. С тех пор утекло много воды. Сейчас в легендарном телецентре на Чапыгина 6 различными телеканалами выпускаются десятки передач в день. Прямые эфиры, интерактивные опросы, красивая графика и низкие рейтинги в ответ. Современному телевидению уже не достичь былой популярности 80-х-90-х. Зритель уходит в интернет, предпочитая смотреть то, что хочется, отказываясь смотреть то, что показывают.